Их называют мастерами водной акробатики. Впрочем, судя по вот таким кадрам, не зря. Для многих просто встать на доску и при этом двигаться за катером уже проблема. Для них это элемент по умолчанию. Со стороны этот вид спорта чем-то напоминает сноуборд, хотя ближе всего похож на серфинг, когда райдер пытается укротить волну. Здесь есть трос, катер, за отведенные метры нужно успеть показать все накопленное умение. КГБ, фронтфлип, орбитал — это лишь малая часть азбуки трюков. Это сложность трюка, качество его исполнения и общее впечатление. На английском мне как-то говорили. Да, это, ну, как бы сложность — это intensity, исполнение — это execution, и композиция — это composition, это общее впечатление. Вместо привычных Москвы, Санкт-Петербурга и Калининграда — Барнаул. Впервые в истории краевой столицы доверили столь статусный турнир. Разрезали волну в акватории городского пляжа. Из минусов, уверяют спортсмены, подвыпившие отдыхающие, качество самой воды — много песка. На такой смеси и глубине, говорят, сложно показать свой уровень. На самом деле для вейкборда идеальные условия — это когда идеально ровная вода, достаточно глубокий водоем, чтобы волна могла встать, потому что в катер загружен там порядка тонны балласта, да, он едет, ему нужно продавить воду. Здесь глубина всего 1.5 метра, как бы, ну, здесь, конечно, волна нужная, она не встает просто. Выступление барнаульца Александра Бослера ждали с особым трепетом. Все-таки наш, да, чемпион, еще в таком экстремальном виде. Вот только заезд не получился. Сначала подвела доска, сломалось крепление, после уже мастерство. В принципе, я рад, проехал больше половины программы. Бывает разное в жизни, не стоит останавливаться, сдавать назад, нужно стремиться дальше, продолжать. Возможно, после этих стартов желающих приобщиться к вейкбордингу станет больше. Правда, доска, катер, гидрокостюмы и вечно зеленое лето для тренировок стоит недешево. Позволить себе может не каждый, тем более в Барнауле. Кирилл Политов, Александр Антропов. День с толком.